Привет, друзья! Приехала долгожданная посылка. На этот раз она совсем маленькая, всего 38 килограмм и 3 места. Видимо, потому что все ждали распродажи 11.11. И вот как раз на распродаже было закуплено огромное количество товара, огромное количество. Там, наверное, посылка будет килограмм под 150 минимум. Видимо, все ждали распродажи. И прежде чем показать распаковку, напоминаю, что, кто забыл, да, у нас скоро Новый год. И уже в это воскресенье, буквально через 3-4 дня, мы делаем очередной выкуп. Именно последний выкуп, который успеет доехать до Нового года. Мы рассчитываем всегда сроки таким образом, чтобы посылка приехала до Нового года. Потому что Новый год и 10 дней никто не работает. В частности, транспортная компания. Даже если товар приедет в транспортную компанию, даже если его отправят, да, успеют до какого-то момента. Там в транспорте тоже есть свой график. Они могут принять ее, даже 30-го они могут его принять. Но они его не отправят и не доставят. Потому что с 1 числа и, как правило, числа до 9-10 они не работают. И чтобы груз не лежал все эти 2 недели, все праздники на складе, мы стараемся подбирать время так, чтобы посылка крайняя приехала, успела к Новому году. Таким образом, если кто-то желает успеть в последний предновогодний выкуп, то оформляйте заказы уже сейчас. Времени остается очень мало. Естественно, у нас будет и дальше выкуп. Как по графику стандартные через каждые 2 недели. Но только те посылки последующие уже будут после Нового года. После 9-10 числа, как правило, их уже начнут отправлять. Вот. И еще сегодня такая новость в том плане, что Новый год китайский в этом году, точнее в следующем, да, у китайцев другой порядок цифр, начинается раньше. Обычно он начинается где-то в феврале, в середине февраля. А этот китайский Новый год у китайцев начинается 25 января. Раньше, чем обычно. Поэтому там тоже есть определенный график. Но об этом чуть позже. До этого еще дожить надо. Просто имейте в виду, что если мы отдыхаем 10 дней, китайцы отдыхают месяц. И буквально числа с 5-го, с 10-го уже перевозчики перестают обрабатывать заказы. Вот. Потому что 25-го уже все, начинается их праздник. Они, как обычно, празднуют неделю до и неделю после, и еще месяц. Ну, в итоге, по факту, по опыту знаю, что месяц можно вообще даже не дергаться, так сказать, и отдыхать. То есть у нас будет выходной, у нас будет каникулы целый месяц, когда у китайцев будет их праздник новогодний. Вот. Теперь, сейчас быстренько покажу новинки, которые приехали. Здесь, как всегда, много всего того, чего еще никто не заказывал никогда. Хоть посылка и маленькая, но там много таких мелочей, классных мелочей, которые вы еще не видели. Итак, смотрим. Итак, пойдем по мелочам. Первую коробку открыл. Здесь у нас зарядное устройство для аккумулятора Works 20 вольт. Тут также будет много инструмента разного Works. Но не так много, как в следующей посылке. Платье. Это комплект полотенец, целый вот набор. Куклы. Их очень много и часто заказывали, они вообще классные. Вот
кукол, наверное, больше всего заказывают за все время. Игрушки. Потому что они классные. Так, это у нас автоматический керн. Я про него как-то делал обзор. Вот такой вот он. Нажимается и бьет, накернивает металл. И запасное еще у него это есть. Не знаю, как она правильно называется. Не лезвие. Кто знает, скажите. Это косметика, пробники. Это запчасти к линейке. Там две линейки приехало. А это к нему. Они вот все раскрутили и отправили. Китайцы вот первый раз в таком виде приехали ко мне они. Обычно они всегда закручены вместе с линейкой. Интересное. А, вот эти штуки я себе заказывал классные. Сейчас покажу. Ну, так уже, наверное, заметили, что у меня тут немножко обновилось интерьер дома, да? Двери я поставил, снимал даже, показывал, как я делал откосы. Не откосы, а обналичку плитки и двери. И делал окантовку из профиля алюминиевого. И есть такой момент, это в каждой квартире, в каждом доме, когда дверь упирается и бьется об стену. Для этого ставятся упоры. Я себе нашел такие упоры, магнитные. То есть смотрите, как он так. Смысл в чем? Прикрутить я не могу к полу. Почему? Потому что у меня водяной пол везде, в пристройке. Соответственно, я могу только поставить, приклеить на там скотч двухсторонний к полу. К двери я могу приклеить, в принципе, к двери я могу просверлить, да. Но здесь вот болты выкручиваются, да, и присверлится к двери. Вот. И они магнитные. И когда дверь подходит, блин, как это она работает. Вот, все, разобрался. Я уже забыл. Вот это на пол становится, да? И она, видите, какая тоненькая, тут миллиметров 5. Она не будет выпирать ничего. Когда упор вы прикручиваете, он торчит. Либо на стене, либо на полу. Но на стене делать упор, это извращение. Оптимально сделать это на полу. Чтобы он не выпирал, чтобы он был заподлицо практически, да? Делается вот такая вот штука. Здесь на дверь магнит. И когда дверь подъезжает, вот дверь прикручена, да? Вот таким образом. Дверь заезжает, хлоп, и получается упор. То есть она упирается. Назад раз, и как бы она еще и держит дверь. Магнит довольно-таки мощный. Вот таким образом это работает. Классная штука. Я себе два штуки взял. Или один. Должно быть два, по идее. И вот она наклейка 3M-овская. То, что два, это точно. Второй где-то может быть дальше, там где-то. И еще что-то я покупал из этого же магазина. Сейчас посмотрим. Ну, даже три, кажется, я их покупал, да? Сейчас проверим. Но это то же самое, да? Да, значит, три я покупал, что-то уже забыл.
Если кому надо, пишите, я добавлю на сайт. Штука очень классная. Из нержавейки, все как надо. Там магазин вообще очень хороший. Там много очень таких вот вещей. Именно для сантехники, для ремонта. Так, это аксессуары, которые я покупал. Но здесь часть аксессуаров я вижу. Внешний микрофон, радиомикрофон, классный, вообще шикарный. Я вот обзор посмотрел, и все, мне захотелось его приобрести. Ну, здесь всевозможные крепления, это все как бы идет в комплектацию. Петличка, ну, здесь петличка обычная, то есть не фирменная этой фирмы, потому что фирменная петличка стоит там, блин, до хрена. Порядка 5000. Вот такая петличка фирменная от фирмы Rode. А это просто дополнительные аксессуары, которые были там в комплекте. Тут переходники, всякие адаптеры. И еще такая вещь, которую я нигде ни у кого на распаковках не видел. Но когда достану, сейчас дойдет время до самих микрофонов, когда их найду, то покажу, для чего эти штуки нужны. Так, всевозможные железки. Я их уже показывал, уже клиент заказывает не первый раз их. Какие-то адаптеры, переходники. Так, что-то от Works. Отвор, только коробка. А здесь у нас, ну, диски. Это диски по металлу для пилы 427-429. Works. Их постоянно очень тоже много заказывали. И та пила, можно резать не только дерево. Там можно и по камню поставить, и по металлу диск. Металл режет эти диски замечательно, просто изумительно. Я когда делал обзор первый раз про свою мини-пилу, я просто охренел. Я никогда не резал дисками вот такими, металл. Просто берешь как по маслу, хлоп, и она отрезалась. Я был в шоке. Обычно все привыкли, ну, обычный диск отрезной на болгарке. А тут нет. Так, что у нас тут? А, это, кажется, для реноватора насадки, мне кажется. Да. Ну, комплект насадок для реноватора Works. Ну, для любого реноватора, в принципе. Это кто-то заказал аккумуляторы, 2 штуки. Это на 3,5 миллиампер Sanyo. Кажется, они Sanyo. Ну, они всякие без обознавательных знаков. Но эти больше подходят для фонариков, либо для каких-то других устройств, не для инструмента. Для инструмента нужны высокотоковые. Вот здесь, кажется, 10 или 15 ампер они выдерживают нагрузки. Вот 2 аккумулятора приехали вот в такой упаковке. А вот зарядная, видимо, к этим аккумуляторам. Я про него тоже показывал, рассказывал. Зарядная охрененная. Просто бомба.
заряжает любые абсолютно аккумуляторы, абсолютно любые. Он автоматически распознает тип аккумулятора, любые размеры, и литиевые, и никель-кадмиевые. Есть такая пружина, да, и вставили по длине и по толщине. Здесь, кажется, 26600 можно, ну, по ширине 26. Кто аккумуляторами интересовался, то знает, да. И он автоматически определяет, какой тип аккумулятора, и заряжает. Там показана вся индикация, сколько он взял, сколько отдал, сколько сопротивления, сколько вольт. Ну, все-все показывает. Вещь классная. Это, наверное, пылесос, я так думаю, по размеру. Ну да, это пылесос, про который я уже неоднократно рассказывал. Их очень много в последнее время заказали. Это просто какой-то суперпылесос. Он настолько мощный, что все другие автомобильные пылесосы с ним даже рядом не стояли. Даже вот близко, даже вот за километр они даже не стояли. Он вакуумный, с фильтром, работает тихо. И две скорости, мощности, две насадки, просто огонь. Вот предыдущее видео посмотрите, я подробно рассказывал, показывал, чтобы здесь не затягивать. Просто вот... Предыдущий, кажется, до этого была посылка. Там было 5 или 6 штук сразу было заказано этих пылесосов. Это какой-то аппарат. А, для зачистки проволоки. Его как-то уже давно заказывали. Не знаю, как он там работает. Кажется, видео где-то было. Вот. Вот такой аппарат. Вот у меня на сайте есть. Кажется, не помню, добавлял я видео, не добавлял. Не буду его доставать. Он довольно-таки тяжелый. И кабель туда засовывается. Да? Там нож какой-то. И он распускает оплетку. И зачищает полностью провода. Так, эта картинка не от него. Вот картинка от него. Но здесь плохо видно, в принципе. Это какой-то пуховик. Не буду его доставать из мешка. В мешке остается еще пуховик. Так, ну это какие-то сапожки женские, вот такие красивые. Вот так вот выглядит. Так, ну здесь у нас пылесос. Я уже по коробке вижу. Тоже их заказали за все время, ну не знаю, несколько десятков. Пылесос маленький, такой компактный. Я про него делал обзор. Шланг тут вообще шикарный, который растягивается. И пылесос вот такой вот, он маленький. Тут сразу есть мешок для сбора пыли. Он собирает пыль прямо в мешок. Для столярки, для каких-то камушков подойдет. Шлифовать стены не подойдет, сразу говорю. Потому что для шлифовки пыль очень мелкая. Она через мешок все равно проскакивает. Вот такой вот.
И здесь дополнительно еще есть розетка, куда можно подключить абсолютно любой инструмент и любую вилку. Включаете сюда инструмент, включаете инструмент, и у вас включается пылесос. Ну, наверное, понимаете, для чего это, да? И длиннющий кабель, там, наверное, 5 метров у него. На плечо одел, вот она, да? Вот он весь пылесос. Посмотрите, обзор у меня на канале, он есть про этот пылесос. Так, это пистолет для пены. Тоже их много раз заказывали. Очень классный пистолет. Здесь совсем иная система сделана. Здесь нет привычного всем клапана, который находится вот здесь. Здесь стоит такой вот краник, который перекрывает. За счет этого клапан не пересыхает. Очень удобно. И он тефлоновый, то есть к нему не прилипает. Этих пистолетов, кто постоянно смотрит, те знают уже, что было заказано огромное количество. Пользуется популярностью. Так, ну какие-то вещи. Еще что-то. Еще. Белье, сумка для инструмента. В каждой посылке она приезжает, такие сумки, вообще классная. Она очень прочная, качественная. Тоже их заказывали уже, наверное, несколько десятков разных клиенты. Не буду развязывать. Ну, на сайте можно посмотреть. Размеров очень много этих сумок. Так, что-то еще из обуви, наверное. Да, какие-то сапожки вот такие со смехом. Ну, искусственный мех, естественно. Так, ну это здесь много аккумуляторов. Про них я рассказывал. Здесь честные, заявленные 3000 миллиампер и 1200. Потому что я когда себе первый раз покупал, все проверил. У больших 3000 изменился немножко дизайн. Ну, все то же самое, только они выглядят по-другому чуть-чуть. Там дизайн их поменялся. Раньше они были вот такие вот примерно, как эти синенькие. Теперь они вот немножко там вот коричневые, ну дизайн поменялся. По факту все то же самое. Это еще две железки или четыре, тут их разные какие-то. Такие вот переходники из нержавейки. Здесь, не знаю, что-то тоненькое совсем, видимо. А, это я покупал для микрофона, для петлички. У меня есть микрофон, да. И там каким-то образом сломалась вот эта вот штукенция, куда крепится микрофон. Что-то резкость не могу поймать. Вот так она выглядит. А это металлическая полностью, не пластмассовая. Металл. А микрофон вставляется вот в это колечко.
Очень удобно. И она металл. Она уже не сломается никогда. А пластиковые все-таки они хлипкие. Ну, это набор чая, я так понимаю, разные, видимо, сорта, вкусы, типа пробников, только здесь пробники как бы порядочные, не просто на один раз. Вот такой комплект целый, классно, интересно попробовать. Ну и последнее в нашей посылочке, вот эти микрофоны, которые я себе купил, чтобы звук был вообще огонь. Самый качественный в мире. Ну, здесь защита от ветра. Две штуки. Переходник вот такой, адаптер. Чехольчик, куда их можно положить. И вот они, сами микрофоны. И вот эти штуки, что я показывал. Я видел это только в одном месте. И совершенно случайно. Что они вообще есть. Я даже не знал, что они есть в природе. Сейчас я вам покажу, что это. Так. Это защитное стекло для микрофона, чтобы он не царапался. Видите, по размеру. Такого я не видел ни на одной распаковке, ни на одном обзоре, когда смотрел про вот эти микрофоны. Потому что вот так вот выглядит, да? И приемник, и передатчик, они одного размера. Его можно подключить к любому устройству, где есть джек 3,5, да, и записывает звук. Плюс здесь встроен аккумулятор, что немаловажно. И хватает его там на несколько часов, очень классно. И уверенный прием, там, когда смотрел обзоры, до 60-70 метров. Но это более чем достаточно. У меня даже таких, наверное, и расстояний не будет никогда. Но суть в том, что самое важное, что как он качественно пишет звук. Плюс ко всему прочему, сам микрофон, вот он, его можно использовать без петлички. Здесь потому что есть свой встроенный микрофон, можно записать звук прямо на него. Но если хотите подключить петличку, здесь тоже есть разъем, и можно подключить. Потому что, ну, как бы вот это слишком по размеру большая, да, она как бы будет сильно выделяться. Потому что вешать нужно на отворот рубашки там или пиджака. Сами понимаете, да, как. А петличка, она более компактная, маленькая. Но, тем не менее, если у вас нет петлички, можно писать звук прямо напрямую. Вообще огонь. Вот, все. Так, все, что приехало, показал. А, еще две линейки, но их показывать, разбирать не буду. Их уже миллион раз показывал. Это линейка универсальная для плиточника, либо для столяра. Очень классно. Собирается там из двух частей, получается 2,60. По факту они там от 90 можно купить колено сантиметров, там 3 размера. И максимально 1,35 м, и в собранном виде она получается где-то 2,60 м. Все уже видели, знают, и этих линейк уже тоже было заказано миллион. То есть подробно останавливать уже не буду. И обзор у меня есть на канале, я показывал эту линейку. Также можно пройти на сайт, на мой, посмотреть эту линейку, как она выглядит и что с нее можно делать. Вот. Все, что приехал, показал, да? Напоминаю, что выкуп уже совсем-совсем скоро. Не теряем времени. Оформляем заказы, оплачиваем. И наверняка заметили, что вот у меня сбоку на видео, да, что-то крутится. Но никто не знает, что это за цифры.
Поясняю, я недавно снял видео про свой дополнительный пассивный доход. Так вот, эти цифры, это мой доход. Вот сколько накрутилось за то время, пока я снимал видео. Ну, здесь посылка небольшая. Видео где-то в пределах 30-40 минут она будет после монтажа. И все вот в реальном времени, да? Я снимаю видео, я работаю, занимаюсь какими-то делами, а мой доход ежесекундно прибавляется. Что можно видеть на этой картинке. Кому интересно, будет дополнительная ссылка. Пройдите, посмотрите. Кто заинтересуется, милости просим. Мне уже начали обращаться люди. Сегодня буквально подключил человека в свою структуру. Скоро еще одного подключу. Уже обратились ко мне. И, соответственно, кому нужен пассивный дополнительный доход, милости просим. Ну вот и все. И до новых встреч.